Гиены – хищные млекопитающие. В культуре эти животные зарекомендовали себя как наглые, трусливые и подлые падальщики. Однако так ли это на самом деле? Наблюдения за представителями данного семейства позволили определить, что гиены – очень заботливые матери. Эти млекопитающие порой не боятся нападать на более крупных зверей и охотятся стаей. А падалью питаются в голодное время. Размеры гиены зависят от ее вида. Например, масса тела самого крупного представителя семейства, это пятнистая гиена, может составлять 70 и более килограммов. Хищники отличаются маленькой головкой, покатой спиной и длинной шерстью. Их окрас варьируется от темно-бурого до светло-коричневого. Тело пятнистой гиены покрыто пятнами, а полосатый черными полосками. Продолжительность жизни гиен зависит от места обитания. Живет ли она в условиях дикой природы или в неволе? И в среднем составляет 13-20 лет. Гиены издают звук, похожий на смех. На самом деле, этот голос животного несет в себе много информации о его хозяине. Например, по нему можно определить положение гиены в стае и возраст. Хихикая, охотница сообщает о том, что она в группе либо доминирует, либо наоборот подчиняется, а высота звука говорит о том, сколько ей лет. Подобные крики также помогают млекопитающим согласовать действия во время охоты. А еще ученые полагают, что самцы могут использовать подобный смех во время поединка, устрашая противника и показывая ему свой статус. Всем спасибо за внимание.